Всем привет, с вами снова Катя. У нас сегодня будет еще один летсплейчик по Bone Tales. Сегодня нам нужно пройти будет четвертый уровень под названием Bumpy Crags. Мы читаем английский. Вот такая музыка, прикольная. День почти закончился, когда Монс нашел старого друга. Это был Бампи Крэг, добрый замшилый валун. «Подожди, Бампи, куда ты собрался?» – закричал Бамс, когда Бампи прыгнул в пруд. Вот тут он плывет. Сколько мне не спит. Поэтому принесли. Ой, нет, только мне на шипы. Я вот эту вот штучку забыла. Вот, еще две штучки. Блин, опять эти шипы. Эх, у меня вот получится 29 этих бобиков. Собрать то, что я там забыла. Если я мог попробовать заново пройти его. Поднимайся, каменная глыба! Банс начал раздражаться. О, Банс, это ты? Я находишься. Что происходит? Он удивлялся Бампи. Это ты должен мне сказать, Бампи. Это ты убегаешь и странно себя ведешь. А, помню, что видел гипнотоид. Возьми мою форму, чтобы схватить его, пробормотал Бампи. Вы выиграли новую форму для изменения ядра. Для изменения формы нажмите клавишу звездочку. Увидимся с вами в других видео. С вами была Катя. До свидания и пока! Пока!